Неужели всевозможные мелодии теперь в свободном доступе? Западные программисты и музыканты создали алгоритм, который сгенерировал около 70 миллиардов мелодий. Это всевозможные комбинации, которые только могут существовать в природе. Сделали они это для того, чтобы прекратить судебные споры за авторские права и обвинения в краже мотивов. Компьютерная программа Демиана Рила и Ноа Рубина на основе 8 нот и 12 скомпонованных тактов создала эти миллиарды мелодий. По сути, авторы пришли к выводу, что музыка – та же математика, а это значит, она не может подвергаться закону об авторских правах, говорит разработчик алгоритма Дамиан Рил. Каждая популярная мелодия, которая только существовала или может существовать, состоит из 8 нот, и это удивительно мало. На самом деле никто не задумывался о том, что количество существующих мелодий может быть настолько ограничено. Если в музыке до, ре, ми, то в математике это 1, 2, 3. Если цифры существуют с начала времен, а мы их просто используем, тогда и мелодии просто математика, просто факты, которые не защищены авторским правом. Алгоритм генерировал 300 тысяч мелодий в секунду, в общей сложности их вышло 69 миллиардов, и сохранили в MIDI-формате, что исключает любую возможность применения к ним интеллектуальных прав. После этого авторы проекта опубликовали все мелодии под лицензией Creative Commons Zero, она предусматривает отказ от авторских прав. Правда, юрист Владимир Рыбин сомневается, что этот аргумент сработает в судебных разбирательствах из-за музыки. Я не думаю, что конкретно в этом случае это сработает. Во-первых, очень трудно верифицировать. Они заявляют, что у них туда точно все вошло, но никто точно не знает на самом деле, вошло или нет. Кто может это проверить? Во-вторых, есть известный популярный миф, что якобы в числе пи, поскольку оно бесконечно, где-то встречается полная совокупность всего, в том числе «Война и мир» Толстого. Поэтому можно сказать, что в слове пи уже тоже есть все мелодии, все тексты и так далее. Но никто этого до сих пор не проверил. Чисто теоретически механизм автоматической генерации возможен, в принципе. Непонятно, кто должен это сверять, кто в каком формате это должен вводить. Я думаю, что на данном этапе эта проверка бессмысленна. В конечном итоге устанавливать истину придется судье, а также привлеченным экспертам. И возможно, что, как и во всех других судебных процессах, итог будет зависеть от качества представителя. Будут уже проверяться на плагиат как таковой. Никто не будет исследовать отдельно только два такта. Юрист Владимир Рыбин. Попали ли в сгенерированные комбинации уже созданные и защищенные авторскими правами мелодии, авторы проекта пока не сообщили. Сам алгоритм тоже находится в свободном доступе. Авторы опубликовали его на портале GitHub, который принадлежит Microsoft. Зачастую артисты не знают, что музыка в их песнях похожа частями или отдельными наборами нот, поэтому невольно нарушают авторские права. Вот что рассказал в интервью Business FM продюсер Иосиф Пригожин. Всего 7 нот. Очень много схожести и похожести. За столько десятилетий написано столько музыки разной. Особенно сегодняшняя молодежь, она вообще старается не углубляться, да, и исключительно берут, просто сбирают и все, и потом иди и доказывай. Есть какая-то доля правды в том, что ребята говорят, и алгоритм подтверждает, я уверен, что мы найдем с вами миллион схожих песен, как вот ты сидишь сейчас, слушаешь песню, ой, я где-то это слышал. Особенно для взрослых людей, понимаете. Молодежь-то, она так далеко не заходит, она слушает актуальные вещи, например, день в день, что называется, и забыли. У нас аранжировщик есть такой, Александр Давид. Он хороший парень. Он сделал песню для Валерии. Называется песня там «Сердце разорвано». Мы вышли в эфир, все, песня уже крутится. И через полгода мы обнаруживаем песню в исполнении Полины Гагариной. «Обезоружено, сердце разорвано». Он взял, сам себя скопировал. То есть, не подумав об этом, а уже здесь частота ротаций, она дает определенные результаты. Да? У кого чаще ротация, у того и заметнее песня. И получается, что мы должны прийти к аранжировщику или композитору и сделать ему как бы предъяву. Ребят, вы что делаете? Вы сталкиваете артистов лбами. Понимаете, они сами себя копируют, композиторы, не замечая того. Вот и все. Должен быть какой-то хук. Сегодня музыка превратилась в такой, в математический алгоритм. Продюсер Иосиф Пригожин. Из-за авторских прав на мелодию судились Queen с Vanilla Ice, Coldplay с Джо Сатриани, Джордж Харрисон с Bright Tunes. Нарушение авторских прав на музыкальные композиции грозит судом не только другим музыкантам, но также различным веб-сервисам и их владельцам. Весной 2014 года Sony Music, Universal Music и Warner Music обвинили социальную сеть ВКонтакте в распространении нелицензионной музыки. Против соцсети было подано три отдельных иска в арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области,
соцсети. Они требовали обязать соцсеть удалить контрафактные музыкальные файлы со своего сервиса и выплатить 50 миллионов рублей за материальный ущерб из-за нарушения авторских прав.